прошлый раз мы прошлись по туристической части нового сада, довольно небольшой. А сейчас мы пойдем посмотрим на обычные районы. Попадаются иногда очень интересные здания, но в основном тут все грязненько и запущено. Не знаю, точно не смотрел в процентном соотношении. Это, наверное, 50 на 50. То есть 50% сад – это довольно красивый европейский город, хотя и нам еще старенький. А 50% – это вот такие вот районы. Очень напоминает во многих местах Россию. Не в лучших ее качествах. Но отличительной особенностью являются вот такие вот здания, опять же, старой югославской архитектуры. Вот такие вот дворы, гаражи, березки. Стекла не мылись, наверное, со времен постройки этого здания. Везде разбитый асфальт, грязь.
Петровский двор. Грязь, гаражи и машины. Остатки социалистического благоустройства. Вот мы вышли к рынку. Сейчас свернем в другую сторону и пойдем вот сюда. Кстати, какие сохранились двери еще, даже ворота. Там у нас вот такой двор. Посетили вот такой вот дворик. А вот с другой стороны еще въезд в этот же двор. И здесь уже тоже остатки таких вот ворот. В этих дворах туристов не встречается. Поэтому местный житель был очень удивлен, интересовался, что это мы такое делаем. Этажка. Вот мы, кстати, уже подошли к Дунаю. Набережной. По набережной будет отдельное видео. Равно как и вон.
Тут на остекление сверху сделана решетка. Неспроста. Там сидит адвокат. Вот так вот выглядят кнопочки с квартирами жильцов и такая сетка с рекламными материалами. А здесь мы видим вот такой вот старый блок. Пройдем через него. Подземная парковка с гаражами и вот такое благоустройство. Ну, собственно, это стандартный ландшафтный дизайн. Большинство дворов на висад. Люди, которые не хотят НАТО, хотят что-то другое. Здесь еще
еще встречается вот такая довольно качественная старая архитектура. Все то же самое. Вытоптанная трава. Вытоптанные газоны, открытый грунт. Вот такие нехитрые детские площадочки. Ну, собственно, как и почти в любом российском дворе, до которого не добралось благоустройство, в который не вкладывают деньги. Сделаны пожарные лестницы в этом доме. Ну, судя по всему, при пожаре отсюда не убежишь. Тоже стандартное явление Новисад, это неубранные помойки. Что там интересно наверху? Посмотрим. Кстати, там какие-то окна с той стороны. В 70-е годы здесь было шикарно. Композиция называется «Все лучшее детям». Зато есть где посидеть, пивка попить вечерком. Кстати, вот такие интересные окна.
есть люди. Такие надписи тоже очень часто встречаются. Пойдем дальше. Что напоминает? Напоминает оптовые рынки в Москве, вот помню, в 90-х. Ай, здраво. Кто я хочу, что вот паприка. Парадайз, это 400, это за ящик, наверное, да? Ну да, здесь все продается коробками. А паприка кило, 80 динар. Тут за кило. Апельсины такие дорогие, везде по 200. Наверное, в целом здесь как-то дешевле, да, и здесь все ходят сюда вот так. Такое место, все местные, чтобы экономить. Кстати, на 75, да, здесь масло, по 800, по 650. Угу. Туна 90 динар. Кусочками. Вот 4 банки тунца, 300 динар. Получается.
Вот в этом стоит, как я живу. Такой не маленький. Pa da vidim to kak će proći. А вот это все для хоккейных машин, куча капсул. Все вперемешку. Консервы, бытовая химия. Ну да, рынки во всех странах одинаковые, наверное. Наверное, и в Италии можно найти много вот таких вот мест. Не знаю. Интересно, есть ли подобные где-нибудь в Германии, во Франции, в Австрии. Кто знает, может где-то на окраинах такое тоже есть. Все бесценно. Ну вон там была цена за кило. Здесь такими вот пакетами огромными сразу. Вот еще здесь. Это маленькие, да, капюшоны? Так, получив огромное наслаждение от прогулки по этому комфортабельному, шикарному рынку, продолжим изучать грязь и дворы. Кстати, сегодня не пахнет канализацией. Еще одна характерная особенность Новисад – это запах канализации и старых подвалов. Такие вот выдвинутые балкончики.
написано итальянская мебель.